Аграрии региона приступили к уборке. В этом году в Северном Казахстане зерновыми и масличными культурами засеяно 4 миллиона 21 тысячи гектаров. С ходом уборочной кампании ознакомились и наши корреспонденты. В этом году в Айтауском районе зерновыми засеяли 400 тысяч гектаров. Уже приступили к уборке. По словам самих аграриев, урожай ожидают неплохой. До 30 центнеров с гектара. Внедряем в уборочный процесс новые технологии, обновляем сельхозпарк. Только в этом году закупили техники на 3 миллиарда тенге. Бектас Бекбулатов – главный агроном хозяйства. Специалист отмечает, с каждым годом урожайность увеличивается благодаря внедрению новых технологий. Весна в этом году рано началась, поэтому и рано начали сеяться. В среднем планируем собрать 20 центнеров с гектара, а может быть и больше. Погодные условия позволяют, надеемся на хороший урожай. Главная цель хлеборобов – своевременно убрать урожай, не дожидаясь осенних осадков и раннего снега. Для этого достаточно как техники, так и горюче-смазочных материалов. Анастасия Дроняк, Сагандык Сабитулы, Ерлан Калиев, служба новостей.